Добрый день, меня зовут Янина Белоус. Я учусь в 10 классе, поэтому главным для меня сегодня является учеба, учеба с увлечением. Отдаю предпочтение проектной деятельности, познанию историко-культурных корней, осознанию неповторимости родного края, его судьбы, неразрывности с ней, формированию гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и ответственности за происходящее в обществе. Славное прошлое моей Родины и примеры моих прадедов помогут мне преодолеть все трудности на пути к заветной мечте. Я обычная школьница. Люблю читать, исследовать, мечтать. На жизнь смотрю с оптимизмом. С интересом принимаю участие в конкурсах и олимпиадах. Стараюсь идти вперед и твердо знаю, только идущая осилит дорогу. Новые знания и умения необходимы мне, чтобы реализовать намеченное. Покорять вершины, подниматься вверх и идти вперед. Я знаю, что дорога к моей цели еще только начинается. Я гармоничный и счастливый человек. У меня есть настоящие и искренние друзья, любящая семья и большое желание прожить жизнь с пользой для общества.